Здравствуйте, оқушылар. Здравствуйте, ребята. Мы будем проходить вычисление сопротивления. Параллельные соединения. Параллельные соединения у них одинаковые. Отсюда напряжение одинаковое. Как будто сила толкает одинаковая сила. И это напряжение равен чему? U1, R1. Или U2, R2. Потом ток – это поток частиц. Поэтому поток частиц сохраняется. Когда он делится на два, эти две части в сумме должны быть равны исходной величине. И его мы хотим поменять на такую схему, где R – это общее или эквивалентное сопротивление. Находим... Сперва напишем уравнение, которое мы должны получить. Потом давайте I1 равен чему? U деленное на R1. I2 равен U деленное на R2. Да? Теперь сумма этих токов должно быть равно U деленное на R. U сокращается, поэтому когда параллельное соединение параллель жалған кезде тенгеміз былай болады. И там можно дальше продолжать 1 деленное R N. Вот, мы получили, доказали формулу для параллельного соединения. Теперь последовательное соединение тізбектес жалғанған кезде. А здесь очень легко, так как ток не делится. Целый ток проходит через все эти объекты. Поэтому U здесь равен чему? IR1 плюс IR2 плюс IR3. Суммируется напряжение. Потому что U толкает всех. Как вот если как сила рассмотрим, он толкает всех. Здесь U равен IR. И равняется А умноженное R1 плюс R2 плюс R3. А и сокращается, значит, когда последовательное соединение, просто суммируем. Плюс дальше. Давайте теперь вычислим такую задачу, где... Каждая клетка равен R. Длина. Такой провод, у которого длина равна клетке, сопротивление R. Поэтому здесь ток делится на две части, и здесь они заново объединяются. Поэтому здесь две части есть, первая и вторая. Они друг другу параллельны. У первой части сопротивления R1 равен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10R. У второго 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 10, 11, 12. R2, 12, R1. Используем формулу для параллельного соединения. 1 деленное на 10R плюс 1 деленное на 12R. Здесь 12 и 10. 60 будет. Ең кіші ортақ бөлімі 60. 11 деленное на 60R. Здесь ученики делают такую ошибку. Они забывают... перевернуть. Они просто говорят, типа, 1 деленное на R общий равен 11 деленное на 60R. Извините. R общий равен 11 деленное на 60R. Это common mistake. Но я надеюсь, что вы не будете такую ошибку делать. Это простая пропорция же. R общий. Его вверх кидаете. Тогда вот
Алпыс ар бөлінген 11-ге тең болады. Яқсы, келесі сұрақ. Енді мынау біраз күрделірек сұрақ. Қай жерден бастаймыз есептегенді? Намнадан айтай, ар общий. Бірінші параллель жалғанған заттарды есептейміз. Мына бөлігін есептейміз. Яғни, 1 бөлінген 3, плюс 1 бөлінген 6 тең болады. 1 бөлінген 2 қая. Ағын 2-ден береміз. Бұны кетен 3 бөлінген 6. Значит, x бізде 2 кетен. Дұрыс, енді бұны былай жалғаймыз. 3, 2, астыда не бар бізде? 15 бар. Енді не істейміз? Енді 3 пен 2-ні бір-біріне қосамыз. Последовательное соединение. Сол кезде бізде не болады? Үстінде 5, астында 15. Енді параллельное соединение болады. Сол үшін бұны қайтадан 1 бөлінген 5, плюс 1 бөлінген 15. Ортақ бөлім 15 болады. Сонда бізде 1 бөлінген R неге тең? 4 бөлінген 15 кетен. R 15 бөлінген 4. 10 неге тең? 7,5 3.75. Келесі есеп. Бізде, допустим, 2 объект бар. 2 цилиндр. Мы со стороны смотрим. Если вот чуть-чуть криво посмотреть, это S, длина L, первого цилиндра, и на него соединен второй цилиндр с по-прежнему сечением 2S и с длиной 3L, деленное на 2. Вот таким образом соединять, ток входит S и выходит от 2S. Нам надо найти R общий. Ол үшін біз R1-ді табамыз. Формула неге теңеді? Екеу бір материалдан жасалған. Одинаковый материал, допустим. L бөлінген S. R2 неге тең? Ро. 3L бөлінген 2. Бөлеміз 2 S-қа. Сонда мынау 3 Ро L бөлінген 4 S болады. Екеу бір-біріне қалай жасалған? Как они соединены друг с другом? Они соединены последовательно, потому что ток проходит, один и тот же ток проходит через цилиндров. Сол үшін R бізде общий неге тең? Ро L бөлінген S қосылған 3 Ро L бөлінген 4 S. 4-тен береміз. 7 Ро L бөлінген 4 S болады. Сонымен бұл сабағымыз аяғына келді. Келесі сабақ балалар. Қиын есептерді шығара бастаймыз. Кітапта қиын есептерді шығара бастаймыз.